Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня у нас на обзоре вот такие вот две замечательные игры. Головоломки. Мой сыночек их называет фигурки. На самом деле уже они были у нас на обзоре, но вышли еще одни новые. Купила в фикс прайсе за 199 рублей каждая. И вот здесь вот даже вот нарисовано, здесь уже фигурки. Те же самые, но других цветов. Здесь тоже, вы видите, здесь голубой ромбик у нас, здесь зеленый. Предыдущий у нас был красный ромбик и фиолетовый, по-моему. То есть здесь уже немножечко фигурки другого цвета и, соответственно, карточки тоже другого цвета. Ой, не цвет, господи, а другие. По циферкам здесь двоечка, здесь единичка. Вот, давайте посмотрим, что у нас здесь написано. И будем их открывать, смотреть. Вот он, арт номер. Вы, наверное, его увидите. Честно говоря, не знаю еще, сколько будет таких игрушек разнообразных они выпускать. Но эти игрушки очень просто интересные. И даже взрослого они заинтересуют. Конечно, если бы была моя воля, я бы, наверное, таких игр купила бы, наверное, каждого цвета, ну, двух цветов разных, да, каждого цвета, там штук, не знаю, по 10-20. Мне почему-то хочется сложить просто огромнейшую картину, там, размера А3, что-то такое вот необычное. Давайте здесь тоже посмотрим. Здесь, наверное, отличается. Так, здесь плюс 3, моему сыночку 2,9 было, когда мы начали ее собирать. У него, в принципе, получалось. Так, ну и давайте посмотрим. Здесь вот написано 199 рублей. Ничего нету. Так, это у нас, да, голубые ромбики. Они, кстати, упакованы в таком хорошем, довольно плотном мешке. Это, кстати, очень удобно. Но мне очень хочется все-таки их разложить. Разложить где-нибудь по каким-то маленьким контейнерам, чтобы не искать там по 3 часа, какую тебе надо фигурку, а чтобы они у вас вот так вот все были как на ладошке. И здесь вот я сразу вижу небольшой брак. Немножко это, ну, я думаю, наждачной бумажкой, как она там называется, наждачкой можно немножко тут подпилить. Немножко у него вот тут краешек не очень. Ну, в принципе, а, тут тоже, кстати, второго не видать. Шли, наверное, что ли, друг за дружкой. Так. Такие цвета довольно нежные. Ну и, как всегда, слепленные, конечно. Без этого никак. Можно даже фокус показывать с ними, не разлепляясь. А тут они хорошо разлепляются. А в прошлом наборе у нас было 2 ромбика очень сильно соединены, я их разъединила, а у них с той стороны даже краски не было, как будто они были склеены. А, тут тоже, да, можно так показать фокус. Там, смотри, я положил, оп, видишь, он держится, оп, а потом так, хоп, зацепили, вот он, у меня в руке, да. Вот, это прекрасная, кстати, игрушка, чтобы ребенок ваш развивался, собирал, также изучал фигуры. А моему ребенку это очень-очень интересно. Ему это нравится. Как сразу, знаете, вот мы с утра встаем, позавтракаем, а потом он прибегает в комнату и мне говорит: фигурки, фигурки, давай будем фигурки играть, собирать. Ну, прям нравится.
Так, у нас здесь треугольнички. Смотрите, какого они классного цвета. Хотя, кстати, вот здесь нарисовано, что они более темно-зеленые. А здесь они светло, такие, знаете, морского цвета. Ромбики у нас темно-зеленые, квадрат красный. Ну, в принципе, все остальные своего цвета. Пересчитывать я их уже не буду, смысла, мне кажется, нету. Видно, что их здесь много. Так. И давайте посмотрим сами картинки, карточки. Сложный уровень. У нас тут рыбка. Такой. Ну да, тут вообще-то они отличаются. В принципе, отличаются. Я думаю, тут можно даже самим придумать что-то такое сверхъестественное, что-то необычное. Бабочка. Вертолетик. Елочка какая большая. Нет, ее, конечно, не было. В этой тоже не было. В той. Так. Тут у нас были такие картиночки. Сейчас я их сложу другой стороной. То есть, в принципе, у меня на данный момент получается уже 4 набора. И также, я думаю, если кому интересно, я могу сделать обзор всех карточек и посмотреть, есть одинаковые или нету. Ну, совы, конечно, такой нету. Домик. Такой классный кораблик. Еще было подписано, кто есть кто. Еще домик. И вот еще. Сова, кстати, классная. Так, здесь у нас человечек. Тоже легкий уровень. Более, да? Елочка. Киса. Ракета. Ракета, кстати, по-моему, есть. Уже. Потому что мы так точно складывали. Да, она есть. Может быть, конечно, тут внизу немножко другое, не помню. Здесь какая-то змеюка, что ли. Еще одна змеюка. Еще змеюка. Птичка. И курица. То есть, вот так вот. Так, все это сложим. И другой стороной. Здесь у нас кто-то. Домик. Господи, это не знаю, рыба что ли? Нет, не рыба. Еще кто-то. Всякие фигурки. Да, ну такую я, в принципе, сама складывала. И потом еще что-нибудь новенькое. Так, коза. Кораблик. Не знаю, что такое. Коляска. И щенок. Тут вам плохо видно. Так, у нас легкий уровень. Так, здесь еще что-то там такое. Девочка, по-моему, мне кажется, даже я ее где-то уже видела. Бабочка есть, но другая. Этого точно нету. Жираф, может быть, есть даже. Елочка, мне кажется, мы там где-то видели уже. Птичка, не знаю. О, такой нету, кстати. Классная. И кто-то еще. А, тут две еще слепились. Вот, бабочка, смотрите, какая клевая. Средний уровень. Придумают же, ну надо же. Так, теперь складываем. Так, здесь у нас какая-то чего-то там, не знаю. Еще кто-то. Утка. Домик. Ну, домик, кстати, мы, похоже, с сыном делали. Здесь паровоз. А, мальчик и футбол. Мне кажется, это не к среднему, это не к сложному надо было. Уже все-таки две детали. Черепаха, корабль, собака и что-то еще. Не знаю, что такое, это напишите в комментариях. И так вот, такие карточки. Так. Давайте смотреть следующую коробочку, чтобы мне не затягивать время, потому что уже довольно много получилось времени. Это мы все убираем. Следующая наша коробочка. А, она даже тут открытая.
цветы такие зелененькие. Да, они у нас уже получаются зелененькие ромбики. Что-то я уже испачкалась где-то. Так. Смотрите, какие они красивые. Такие прям салатовые, даже не зеленые, а салатовые. Прям классные такие. Так, также карточки. Так. Эти прям фиолетовые. Там вот как-то они нарисованы темно-фиолетовый, то здесь поярче. Эти бордовые ромбики еще одни. Оранжевые. Тут прям ярко-оранжевые, здесь как-то потемнее. Так, и треугольники у нас. Треугольники, кстати, похожи у нас как раз получается с тем набором. Наверное. Ну да, кажется, похожи. У того набора вот треугольник. Сейчас. Вот он, видите? А, ну нет. Они, в принципе, немножечко различаются. Вот этот вот поярче, этот более немножко. Это более морской, а это вот более голубой такой. Ну, блин, совсем маленькое различие. В принципе, могли бы сделать немножечко другого цвета. Так, ну, в принципе, довольно хорошие. Цвета все почти разные. Все хорошо. Потому что я читала отзыв, там девушка писала, у нее там достались еще предыдущие наборы. Практически все только одного цвета. И даже у кого-то не было вот такого вот пакета, и там что-то очень много растерялось фигурок. То есть, ну, тут все, в принципе, на месте, я думаю. И давайте посмотрим наши карточки, наверное. Мне кажется, карточки всем как раз-таки больше всего, наверное, интересно, какие же есть фигурки там. Даже, честно говоря, мне самой очень интересно, повторяются они или нет. Вот это была, точно была. Ну, некоторые, видите, повторяются. Ну, как будто мужчина какой-то. Тут что там? Тут что там? Так. Самолет, это была. Это не было. Прям корова какая-то. Ну да, здесь, видите, есть повторяются. Но вот интересно, сколько здесь новых. Так, вот это есть, я видела. Эту собирали, есть. А, это, по-моему, тоже есть. А, ну вот эта вот ракета есть. Там мы до этого смотрели, в том наборе у ракеты было вот такие вот разные. Три штуки, по-моему. Здесь таким вот образом. Такая ракета есть. Это я не знаю, что такое. Пингвин есть. Заварочный чайничек есть. Это я не знаю. Ну и вот. Такая, по-моему, я тоже где-то видела. То есть, в принципе, с этой стороны практически много чего есть. Это, конечно, немножко обидно. В принципе, могли бы сделать полностью разное. Было бы гораздо интереснее. А то вот так возьмет человек, все вместе соединит, там купит этих 20 наборов разных. Соединит все карточки вместе. А потом окажется, что у него все похожее. Краб. Не знаю, по-моему, я его видела. Так, вот это вот есть точно. Я где-то уже видела. Так, такой нету. Клубничка. Не знаю, по-моему, нету. Вот это я, по-моему, видела. Этой нету. Этой тоже нету. Этой... Нет, наверное, нету. Пароход. И такая штучка. Ну, довольно интересные фигурки. Смотрите, прям классно, да? Мне нравится. Уже прям хочется собирать. Если бы, честно говоря, у меня было времени побольше... Я бы вообще сидела бы целыми сутками, собирала бы их. Так, машинка. Это, по-моему, что-то похожее есть. Улитка, может, что-то похожее есть. Ух, ну это, конечно, да, вот это уже сложный вариант. Такая. Такой нету. Есть динозавр, не знаю. Классные какие. Вертолет есть. И такая штучка, не знаю даже. Такую штучку что-то тоже подобное собирала. Как раз мне вот нравится собирать вот такие вот всякие вот цветочки интересные какие-то вот завлекают. Ну, видимо, я девочка, поэтому мне это интересно.
Недавно мы, по-моему, с вами смотрели, да? Так, и средний уровень. Какой-то коршун, что ли. Кто-то еще. Тут что-то подобное я видела, по-моему. Цветочек, по-моему, с вами уже видели. А тут, смотрите, брак. Брак немножко, что-то тут прям потекла краска. Так, вот это я точно видела где-то. Здесь не знаю кто. Бегущий человечек, машинка, кораблик и еще кораблик. Так, ну вот этого человечка, по-моему, мне кажется, я уже где-то видела. Здесь кокон, улитка, кто-то еще, гусь. Цветочек, по-моему, не знаю, видели. Тот, кстати, довольно простой. Кису я точно видела, это нет. И вот такими карточками мы с вами заканчиваем. Вот такой у нас с вами был интересный обзор. Мне кажется, наверное, эти наборы будут продолжать появляться, раз появились еще два. Вот. Ну, я думаю, наверное, я больше покупать уже не буду. Четыре набора нам, сыну, мне кажется, вполне хватит. Ну, не знаю, посмотрим. Напишите свои комментарии, нравятся ли вам такие наборы, покупали вы их или нет, как ваши дети любят играть или нет. Также давайте сделаем так, если этот ролик наберет 20 лайков, вот таких вот 20 лайков, тогда я сделаю отдельным роликом все абсолютно карточки из 4 наборов. И мы с вами проверим, есть похожие или нету из всех 4, если вы наберете 20 лайков. 20. И на сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, наши путешествия, как мы с сыночком занимаемся, отдыхаем, развиваемся. Моему сыночку 3 года. Также смотрите обзоры на продукты из магазина Фикс Прайс, Победа, Светофор, из обычных магазинов, обзоры на технику, на видеокамеру, Bluetooth наушники, батарейки аккумуляторные. И много-много всего интересного там. Также есть живопись, фоны, которые вы можете включить на своем телевизоре или мониторе и наслаждаться приятной музыкой или пением птиц. Про животных у меня также там есть. И много-много всего интересного. Обязательно посмотрите мои плейлисты. Я думаю, вы что-нибудь для себя найдете. И обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить что-то интересное. Пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был канал ArtMania. Всем пока-пока!